Не успел завершиться прошлый отопительный сезон, как пора готовиться к следующему. Этим и занимаются специалисты коммунальной сферы. С начала лета гидравлические испытания проводят в двух районах Ульяновской области. А в 11 муниципальных образованиях испытания завершены, осталось залатать порывы на коммуникациях. Одни районы почти готовы к наступлению холодов, в других же нужно поднажать. На сегодняшний момент первое место занимает Сенгелеевский район с общим процентом 34. Второе – Новоульяновск, третье – Ульяновский район, четвертое – Меликесский, пятое – Павловский район. В правительстве подвели итоги прошлого отопительного сезона. На заседании штаба присутствовал и глава комитета по жилищной политике Андрей Седов. Он подтверждает, что аварий стало гораздо меньше по сравнению с прошлыми годами. Однако есть к чему стремиться. О благополучии говорить рано. Могу сказать, что отопительный сезон 22-23 годов прошел получше, чем предыдущий год 21-22 года. Общее количество аварийных ситуаций снизилось. И что больше всего радует, больше всего понижение произошло по теплоснабжению. Если в 21-22 году было 495 аварийных случаев, то в 22-23 уже 361. Наводить порядок на теплосетях надо оперативно и качественно. Губернатор дал поручение специалистам коммунальной сферы. Так, коллеги, давайте, время летит быстро, поэтому откладывать на завтра решение этих проблемных вопросов никто права не имеет. Все включаемся и начинаем подготовку к отопительному сезону по полной программе. Есть технологии, которые позволяют сократить сроки гидравлических испытаний. На многих участках проводятся проверки коммуникации с использованием мобильных опрессовочных комплексов. С их помощью горячее водоснабжение прерывается всего на неделю. Виктория Черкова, Марат Мигдиев, Улправда ТВ.